Артек – это международный детский центр, расположенный на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф. В советское время он являлся самым знаменитым пионерским лагерем в СССР и визитной карточкой пионерской организации страны. Постепенно Артек из небольшого летнего палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. 1 марта студенты Крымского федерального университета имени Владимира Ивановича Вернадского встретились с генеральным директором Международного детского центра «Артек». Сегодня у нас в гостях Алексей Анатольевич Каспаржак, который является генеральным директором детского лагеря «Артек». И признать, что хотел признаться честно, что у него есть опыт, которым может поделиться и с вами, и так и со мной. Беседа проходила в рамках проекта «Диалог на равных», запущенного активистами Росмолодежи. Его цель – это наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Мне предложили в нем поучаствовать, а я как человек, недавно переставший быть молодым, с точки зрения государства, потому что у государства есть 35-летний рубеж. Мне кажется, что мне есть что рассказать молодым ребятам, для того, чтобы они в своей жизни что-то изменили. Во время беседы гость рассказал студентам о лагере, поделился интересными фактами и показал рекламный ролик, сделанный детьми во время отдыха в международном центре. Я считаю, что такие беседы должны проводиться постоянно, потому что, мне кажется, такие деятели получают обратную связь от студентов. Почему я сюда пришла, это касается непосредственно моей профессиональной деятельности. Я работаю летом вожатой, и поэтому мне было интересно посетить данную встречу, поэтому я здесь. Проект «Диалог на равных» стартовал в сентябре 2017 года. В нем участвуют 400 высших образовательных учреждений страны и более 50 тысяч российских студентов. Антон Бизик, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.